Здравствуйте. Здесь и сейчас мы поговорим об итогах развития экономики Брянской области за прошедший год с директором Департамента экономического развития Брянской области Михаилом Андреевичем Ерохиным. Михаил Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. Давайте подведем итоги за прошедший год. Скажите, пожалуйста, в целом развитие экономики Брянской области было положительным? В 2021 году основные сектора экономики Брянской области, как и в предыдущие годы, показывали устойчивую динамику роста. И это несмотря на то, что 2021 год – это все-таки был год коронавируса, то есть пандемия никуда не ушла, и нам приходилось жить и работать в условиях ограничений. Вот, устойчивая положительная динамика экономики области, она обусловлено прежде всего тем запасом прочности, который был сформирован в последние годы. Именно этот фундамент позволил выдержать основные вызовы, которые нам приготовила пандемия. Вот, и когда мы говорим об основных секторах экономики региона, мы всегда имеем в виду те сферы, которые традиционно вносят больше вклад в валовый региональный продукт. Это те сферы, которые формируют налоговую базу, которая служит источником исполнения правительством области своих социальных обязательств. Так вот, традиционно это на территории нашего региона промышленность, это сельское хозяйство, это сфера торговли услуг и строительства. Вот эти сферы, они формируют порядка 70% валового оригинального продукта. И я бы хотел охарактеризовать коротко вот именно эти сектора, которые наиболее важны. В 2021 году промышленными предприятиями было отгружено товаров собственного производства на сумму 332 миллиарда рублей. Рост 106,8%. 90% от этого объема – это обрабатывающее производство. И здесь объем составил 301 миллиард рублей и индекс, соответственно, 105,9%. И здесь важно отметить, что когда я называю цифры и проценты, это значение в сопоставимых ценах. Угу. То есть это без учета инфляции. Это реальный рост, который получила экономика. Если мы говорим про объем продукции сельского хозяйства, то здесь объем составил 118,4 миллиарда рублей или 100,9% к уровню 2020 года. Оборот розничной торговли составил практически 300 миллиардов рублей, рост 3,4% к 2020 году, платные услуги населению 63 миллиарда рублей или 17,3% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах. В строительной сфере у нас объем выполненных работ в 2021 году составил 53 миллиарда рублей или 123% роста к уровню 2020 года. Введено в эксплуатацию 151 тысяча квадратных метров жилой площади. Это на 5,8% больше уровня 2020 года. В результате основной показатель, который отражает общеэкономическое развитие региона, это валовый региональный продукт, в 2021 году мы оцениваем в объеме 447,9 миллиарда рублей. И за 7 лет мы ожидаем, что он увеличится на 107 миллиардов рублей. То есть вы упомянули о том, что действительно наблюдается значительная динамика положительная по различным экономическим показателям различных секторов. Но за счет чего это произошло? Причин здесь на самом деле несколько. Я начну, пожалуй, с самой главной. Я о нем уже несколько так затронул в своем выступлении. Это, конечно же, прочный фундамент в промышленности и в сельском хозяйстве, который был создан вот в период работы команды губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза. Вот только вдумайтесь в цифры. За последние 7 лет объем промышленного производства увеличился в 1,7 раза. Это в сопоставимых ценах, это реальный рост. Если мы говорим о действующих ценах, то есть без учета, с учетом инфляции, то эти цифры еще выше будут. Сельское хозяйство – 1,4 раза. Вот. Это очень важно, и если говорить образно, то есть что сегодня представляет экономика Брянской области, то интересно всегда посмотреть, какую долю промышленной продукции мы выпускаем в объеме производства всей России. И здесь интересен факт, что мы выпускаем 100% магистральных тепловозов, 75% маневровых тепловозов, 75% квадроциклов, 35% снегоходов в общероссийском масштабе, 31% тагрейдеров и 29% автомобильных кранов.
Также большую долю занимают производство химического сектора, сектора сельскохозяйственной техники, вагонного литья и велосипедов. Если мы говорим про сельское хозяйство, то здесь нужно отметить наши успехи. Брянская область – это лидер по промышленному производству картофеля в стране. Мы занимаем первое место в ЦФО и второе место в России. По поголовью крупного рогатого скота мы также занимаем первое место в ЦФО и второе в России. Сегодня животноводство на Брянщине действительно стало визитной карточкой. Настолько мощный потенциал в сфере промышленности и сельского хозяйства сегодня позволяет нам противостоять вызовам, которые нам вносит пандемия. Развитие промышленности и сельского хозяйства, оно, безусловно, связано с реализацией крупных инвестиционных проектов, с внедрением промышленных, научных разработок, прогрессивных технологий, а также с государственной поддержкой. Вот я хотела вас спросить по этому поводу все-таки, Михаил Андреевич, скажите, пожалуйста, каким образом инвестиции тратятся на развитие производства в Брянской области? Потому что понятно, что они постоянно поступают в наш регион, как и в другие. То есть это может быть и поддержка каких-то уже существующих крупных производств, и модернизация, или создание новых. Вот как распределяются вот эти инвестиции государственные? Я постараюсь комплексно ответить на ваш вопрос, потому что государственные инвестиции, они неразрывно связаны с частными инвестициями. Поэтому здесь, наверное, начну с общих цифр. За последние 7 лет 448 миллиардов рублей вложено инвестиций. В 2020 году у нас эта цифра составила 73,9 миллиардов рублей, 108,2% к 2019 году в сопоставимых ценах. То есть мы видим существенный рост. И здесь важно отметить, что, как вы правильно уже заметили, инвестиции — это всегда новое строительство, это реконструкция, это модернизация, а значит, это создание залога, создание фундамента на будущее. Мы понимаем, что потом будет рост объема промышленного производства, сельского хозяйства. И здесь можно условно разделить эту историю на две составляющие. Первое – это инвестиции частных инвесторов, которые реализуют сегодня на территории области свои инвестиционные проекты. И второе – это тот новый инвестиционный цикл, который поручил запустить президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Это создание, это снятие инфраструктурных ограничений для бизнеса и для дальнейшего социально-экономического развития. Так вот, если мы говорим про первую часть, то здесь… На территории области у нас осуществляется поддержка инвестиционных проектов в форме налоговых льгот. У нас 45 инвестиционных проектов получают такую поддержку. 431 миллион был предоставлен в форме налоговых льгот на реализацию этих проектов. А это очень важно, конечно. Это, безусловно, важно, потому что это позволило привлечь 9,4 миллиарда рублей дополнительных инвестиций, создать 720 новых рабочих мест и получить налоговых отчислений. Если брать все уровни бюджетной системы, то это около 5 миллиардов рублей. Но, как правило, 1 рубль предоставленных льгот возвращается в размере 3 рублей в областной уже бюджет. В областной бюджет, который мы уже, соответственно, тратим. Это как бы и стимулирует, и поддерживает, и дает возможность действительно развиваться человеку. И окупается. Да, и окупается. И окупается, да, как области. И как раз эти деньги служат источником исполнения социальных обязательств. Если мы говорим, продолжая тему частных инвестиций, то на форуме, который должен был быть в феврале этого года, мы планировали подписать несколько соглашений на общую сумму порядка 33 миллиардов рублей. Это действительно рекордная сумма. Это говорит о том, что область сегодня интересна инвесторам, интересна крупным инвесторам. Ну, поделитесь, пожалуйста, Михаил Андреевич, приоткройте завесу тайны. Какие инвесторы хотят заходить в Брянский регион? Давайте я несколько назову. Один, если мы говорим о сфере обрабатывающей промышленности, это компания «Пролетарий», это наш картонно-бумажный завод, и Брянский автомобильный завод. Это два больших проекта, сумма инвестиций по ним превышает 10 миллиардов рублей, то есть достаточно серьезные проекты. Вот. Но если мы говорим про сельское хозяйство, это «Мираторг», «Курск» и «Брянский бройлер». Я, наверное, вот так оттолкнусь сейчас от частных инвестиций, перейду к большой работе, которая была проведена в 2021 году по привлечению, скажем так, средств федерального бюджета для реализации инфраструктурных проектов, для строительства объектов, которые необходимы для инвесторов, которые необходимы для дальнейшего социально-экономического развития области. То есть правильно я вас понимаю, что вот эти вот реализация вот этих задуманных проектов возможно и как бы в комплексе с государственными инвестициями и с частными?
Правильно, абсолютно верно. И вот если мы говорили сейчас об инвестиционном проекте акционерного общества «Пролетарий», фактически компания строит еще один завод стоимостью более 12 миллиардов рублей. Это большая очень стройка. Вот. И для реализации этого проекта необходимо строительство моста через реку Ипуть. Потому что все грузовые потоки, большегрузные автомобили идут через город, соответственно, создавая неудобства как жителям, так и самому предприятию. То есть это своего рода такое узкое горлышко в рамках реализации этого проекта. Без этого моста компания не сможет ввести в эксплуатацию и дальше строить свой завод и заниматься увеличением объема производимой продукции. И мы строим мост сегодня. Это за счет высвобождаемых средств в результате реструктуризации государственного долга Брянской области. Вот сегодня федеральный центр предложил два механизма, как снимать инфраструктурные ограничения. Первое – это государственный долг. Происходит его реструктуризация, и мы можем его тратить на инфраструктурные проекты для бизнеса, для реализации инвестиционных проектов. Вот в частности, конкретно моста для фабрики «Пролетарий». Дальше те налоги, которые будут, скажем так, создаваться в рамках реализации этих инвестпроектов, вот в этом размере будет списываться наш государственный долг. Хотелось бы еще подробнее остановиться на инвестиционных проектах, которые будут реализованы или уже реализуются на территории Брянской области с помощью государственной поддержки. Да, действительно, такие проекты есть. И в 2021 году мы провели большую работу. И правительственной комиссией по региональному развитию Российской Федерации утверждены 7 проектов, 7 больших, масштабных, крупных проектов, которые будут реализовываться в Брянской области. Я коротко назову, их перечислю, назову основные параметры. Первое – это масштабная реконструкция международного аэропорта «Брянск». Стоимость инвестиций в инфраструктуру – 3,8 миллиардов рублей. Это обновление троллейбусного парка и модернизация инфраструктуры троллейбусного сообщения в городе Брянске. Стоимость проекта с учетом внебюджетных источников – более 4 миллиардов рублей. Это строительство, как я уже говорил, моста через реку Ипуть для строительства новой фабрики картонной. Также проекты были нами защищены и будут реализованы в рамках увеличения объемов жилищного строительства. Это строительство 3 новых детских садов и строительство уличной дорожной сети в новом микрорайоне по улице Флотской. То есть в результате реализации комплекса этих проектов у нас будет привлечено более 52 миллиардов рублей частных инвестиций. В бюджет области поступит 14,3 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов. Будет введено более 642 тысяч квадратных метров нового жилья и создано более 2000 рабочих мест. С учетом того, что мы понимаем, что это стройка масштабная, а как правило, вот опыт показывает, при реализации таких проектов на одно рабочее место, которое создается в рамках инвестпроекта, параллельно смежниками, подрядчиками создается еще 3. То есть эти цифры, они могут быть в разы увеличены. Если говорить про источники реализации этих проектов, то здесь нужно сказать, что часть из них будет профинансирована за счет средств инфраструктурного кредита из федерального бюджета. Это кредит на 15 лет под 3% годовых. То есть это достаточно выгодный и удобный инструмент для региона. И средства, которые, как я уже говорил, высвобождаются в результате реструктуризации. То есть мы за счет долга Брянской области строим объекты инфраструктуры, за счет налогов инвесторов потом сокращаем этот долг. Да, схема очень понятна. Такой вопрос у меня. Все-таки коронавирусная инфекция продолжается, к сожалению. Страдает малый и средний бизнес. Что вот здесь? Как, есть ли какая-то поддержка малого предпринимательства среднего? Как они сейчас выживают? Какие перспективы? Ну, действительно, малый и средний бизнес всегда традиционно на Брянщине играл большую роль. Порядка 40% валового оригинального продукта формировалось вот как раз субъектами малого и среднего предпринимательства. Поэтому вопрос для нас этот, он очень важный, мы постоянно его мониторим. И, наверное, несколько параметров следует назвать, чтобы оценить состояние сегодня субъектов малого и среднего предпринимательства. Первое – это традиционно количество субъектов МСП. У нас на 1 января 2022 года 37 тысяч предпринимателей зарегистрированные в форме вот субъектов малого и среднего предпринимательства. Годом ранее, на 1 января 2021 года, их было 36 681 субъект, то есть мы видим больше 320 субъектов прирост.
Угу. Да, действительно, мы видели несколько лет подряд такое снижение, но оно больше было вызвано тем, что налоговая оптимизировала реестр и исключала тех субъектов, которые не работали фактически. То есть даже не пандемия, а вот именно этот технический шаг, он определил снижение прошлых периодов, когда уже действительно остались те, кто работает, мы видим, фиксируем рост даже в условиях пандемии. Также свидетельствует, скажем так, восстановление сектора малого бизнеса, это объем налоговых платежей. Он сегодня у нас в 2021 году превысил практически на треть уровень 2020 года. То есть мы видим действительно увеличение. Также видим увеличение по количеству занятых. То есть 154 тысячи сегодня у нас человек работает в сфере малого и среднего предпринимательства. То есть все-таки можно заметить также положительную динамику, да? Да, динамика есть положительная. Отчасти это обусловлено тем, что работает большая экономика, скажем, как крупные наши предприятия. Они являются поставщиками услуг, комплектующих и так далее. Но в то же время реализуются и мероприятия национального проекта. Сегодня работает на территории региона национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Можно поподробнее, что он конкретно дает предпринимателям? Да, фактически он ориентирован сегодня на широкий круг предпринимателей, от тех, у кого есть только идея, кто хочет заниматься предпринимателем, до уже, скажем так, зрелых средних компаний, которые прочно стоят на ногах и которые способны и готовы работать не только у себя на территории страны, на внутреннем рынке, но и поставлять свою продукцию на экспорт. Также у нас отдельное внимание уделяется социальным предпринимателям. Они впервые в 2021 году получили гранты на безвозмездной основе до 500 тысяч рублей. Вот, порядка 70 предпринимателей получили гранты. Это, скажем так, социально важные сферы жизни, которые, скажем, в силу своей ограниченности обладают, скажем, скромными такими возможностями по уровню рентабельности и требуют поддержки. Ну, какие конкретные? Это что-то связано с медициной, с аптеками? Это те социальные предприятия, которые работают с пожилыми людьми, которые работают с... Гериатрические службы различные. Да, да. Это предприниматели, которые работают в сфере образования детей. Вот. Это предприниматели, которые занимаются трудоустройством социально незащищенных граждан. Вот это и пенсионеры. Ну, в общем, То есть, как бы подводя итог, Михаил Андреевич, если человек задумал как-то заняться своим бизнесом, да, найти какую-то нишу в его уже довольно-таки заполненном пространстве, он может рассчитывать на поддержку? Да, он может обратиться в Центр оказания услуг «Мой бизнес». Это государственное учреждение, которое было создано специально для того, чтобы поддерживать предпринимателей на разных стадиях его развития. Нужно просто туда прийти и там... То есть должен быть готовый бизнес-план, все расчеты? Даже это не обязательно. Да. То есть у нас есть комплексные услуги, когда предприниматель с идеей или без идеи приходит, вот, помогите мне начать с чего-то. И мы действительно подбираем тот набор инструментов, который подходит именно ему в зависимости от стадии его развития. Кому-то нужен микрозайм, льготное финансирование. Кто-то уже хочет поехать на выставку, чтобы продавать на экспорт. То есть разные есть случаи, и Центр оказания услуг «Мой бизнес» всем готов помогать. Замечательно. Большое спасибо вам за сегодняшнее интервью. На этой положительной ноте предлагаю попрощаться. Спасибо. С нами был директор Департамента экономического развития Брянской области Михаил Андреевич Ерохин. Я с вами прощаюсь. Всего самого доброго.